Здравствуйте, сегодня «Русский Гулливер» в составе Андрея Таврова, который работает оператором, и вашего покорного слуги Вадима Месяца, добрался до Иерусалима, священного города, где мы в день входа Господня в Иерусалим сегодня, 28 апреля 2013 года, хотели бы, как мне кажется, завершить процесс перенесения священных почв с одного священного места на другое. И я хочу здесь оставить камушки с горы Моисея, из Гималаев, священных мест Будды, из Стоунхенджа, из священных мест друидов, из Фивы египетских, где я только не был, из Кёльнского собора, где похоронены волхвы, которые пришли в свое время к Христу, из индейских пещер, здесь у меня камушки и так далее. Совершенно логично закончить это перемещение здесь, в Иерусалиме, в надежде на то, что наш мир изменится к лучшему, потому что после каждого нашего перемещения и такого символического объединения религий всегда происходило что-то хорошее. Надеюсь, что сегодня, после этого праздничного возложения, смешения священных почв, произойдет что-то хорошее. Вот. Мы сейчас находимся в храме Гроба Господня. Рядом с храмом Гроба Господня, одной из часовен. И известно, что здесь похоронен Адам, здесь погиб Иисус Христос. И так далее. Так что место, да, символически серьезно. Спасибо огромное. Свобода русскому Гулливеру. Мы не боимся негров с красным. Включай.